В Заурале за сутки сгорело 36 гектаров леса. На территории лесного фонда Курганской области произошло 21 возгорание. Их площадь больше 36 гектаров. По данным на 18 апреля, все очаги локализованы. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Зауралья зарегистрирован 51 пожар. Их площадь составила чуть менее 100 гектаров. Крупных лесных пожаров не произошло, однако количество фиксируемых возгораний неуклонно растет, сообщает пресс-служба МЧС региона. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области обращается ко всем жителям Зауралья с просьбой воздержаться от сжигания травы на сельхозугодьях и дачных участках, не поджигать камыши и мусор вблизи деревянных строений и лесных массивов.